Друзья, всем привет! Всем добрый вечер! Меня зовут Алина. Начала сегодня вязать новую пару следочков с утра. Тут у меня первый комплект и второй комплект. Довязала от пяточки до мысочка 14 сантиметров. Вязала лицевой гладью. Вот видите, они два одинаковых следочка получилось. Теперь буду закрывать мысочек, следочек вот здесь на 4. С каждой спицы буду убирать по одной петельке, закроется мысочек на 4. Будет примерно вот так вот. Вот. Закрытие на 4. Здесь вот 4 аккуратные косички. В пяточку добавляла добавочную нить. Нить она у меня коричневого цвета и не отличается от основной нити. Вязала из овечьей шерсти. Очень теплые получились следочки. Закрою мысочек на 4, потом буду делать окантовочку вот такого цвета, темно-синего. Пряжа акрил. Такая вот пряжа. Буду обвязывать крючочком. Вот такой крючочек у меня 3,5. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.